Всем привет, ребят. Ну что, мы сегодня на аккаунте моего подписчика, моего тезки Евгения с ником Витаминчик 88. И сегодня у нас роллинг на коллекционера. Как всегда, коллекционера собираем. Пишите и дайте заявочки в телегу. Ссылочка, как обычно, в описании. Такой вот аккаунт у нас. Бездонатный, самоцветы накопленные. Интересно, интересно. Находится он в гильдии Легион. У Тикаха для Махатмы стоит. Гильдия Легион, первые и вторые места. WhatsApp, видите на экране. Пропуск BGKick, ВК, Легион, Клаб, IGG. Вот так вот. Кидайте заявочки, вступайте. Места есть. Так, поехали, посмотрим на его аккаунт, что у него есть, чего у него нету. В принципе, без доната по-любому чего-то нету. Тесса, Командора, Седна, ПБшка. Вот, кстати, ПБшку давно я уже не выбивал. Сурик, Махатма, Рогатка, Бугимат. В общем, последние франки, последние герои все. Асура, ПБшка, Командора. Ну, хватает, хватает. Недостающие герои. Отлично. Так, окей, ищем его алтарь, вот он, поехали, посмотрим, что у него есть. Ну, смертельный удар нафиг не нужен, такое себе, вот это отлично. Ремка, конечно, жалко, варлок, смотрите, сколько ремок. Старенький СУшка, лучше замедление. Так, неплохо, ну, есть Анубис, почему бы и нет. Так, стрелок, отлично, и сюда нужен талант, отличный буги. Отличная Фрея, ну просто супер. Ну, для бездоната, я вам скажу, очень даже достойно. Ремок у него, конечно, блин, дофига. Вот на тыковку, берсовая есть. Ну, неплохо было бы сейчас ведьму словить и исцеление просто тыкве выбить. Это был бы как раз топчик. Так. Блин, опять ремка. Посмотрите, сколько у него ремок. Офигеть. Как для бездоната, очень-очень даже неплохо. Ну, еще надо таланты, как всегда. Так, окей, коллекционер. Попробуем выбить недостающих. Ну, конечно, неплохо было бы исцеление вытащить, но просто изи. Вот так вот, просто изи нам падает рогатка, вот недостающий герой сразу же с второй, третьей тычки, но неплохо падают недостающие герои сегодня. Это радует. Рогатка интересна. Короче, ребят, можно просто тупо закрывать этот роллинг и все, заканчивает ролл, нафиг те слизни. Просто изи. С вас по лайку за такие роллинги, но это просто жесть. Сейчас еще пусть дадут еще кого-то третьего героя. Это реально жесть. Мне бы так падало, Дед Мороз. Просто, ну, от души. Тезки, ну, не знаю. Ведьма, у тебя уже есть исцеление. Офигеть. Офигеть. И на этой счастливой ноте мы с вами прощаемся. Рандомчик от нас ушел. Сказал он, идите вы нахрен, ребята. Мне еще Атланта дал. Офигеть. Ну, рад за пацана. Офигенно упало. Блин, есть и Анубис, есть и Фрея. Есть и Мохнатка. Рогатка. Еще только Бугимана надо сюда выбить. Седну. По башке, конечно, не хватает. Но, блин, это круто. Бездонатный такой аккаунт, это круто. Это очень много времени, усилий. И везение надо просто немерено. Поехали дальше. Где-то у меня, как обычно, сомнение, что студенных мы не соберем. Это уже закономерность для бездоната.
Ну, блин, вот по поводу недостающих героев сегодня мне нравится Кинди. Может, надо просто по 150 паролить? Шаман, убийца. Малышник. Теперь постепенно на 450 бульдозер. Да. В общем, вот так вот, ребят. Еще одна Махатма. Ну, что тут удивляться? Это бездонатный аккаунт и реально это трэш. Я не знаю, что там у нас по... 4 всего слизня, 4 слизня словили, но зато мы наловили офигенные героев, офигенные плюшки, ведьму вытащили, можно даже слить Райку в таком случае, пусть убивают ее. Это, вот это кайф. Так, ну поехали. Гигант с холма, ну это конечно интересно. Пятый. Слизней, походу, мы тут больше всего выбьем. Ну, я думаю, он не столько рад будет тем слизням. Нафиг то, что мы ему достали, блин. Просто офигенных героев. Ух, снова Зила Химка. Я уже думал, сейчас упадет Бугимен. Ворожей. Ну, почему бы и нет? Так, окей, 5К осталось, поехали, Фрей еще потрешуем. Та-та-та. Так, ну окей, окей, давай, давай. А, я думал, сольют нашу Фрею. Ну что, по-любому сейчас упадет Дракас, ниндзя. Блин, обидно, что вот действительно пом химерка еще. Без донатом, блин, ну нереально собрать эти слизни. Я не знаю, что творится. 40К собирали. Да, блин, посмотрите, 7-15. Ну, пофиг на те 7-15, я скажу. С такими героями, которых мы выбили, это все фигня полная. Рогатка. Бум. Мохнатка. Две штуки. Две мохнатки. Отлично. Просто отлично. Тун-т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 ун. Пятая ракушка, охренеть. Но тут по-любому меняем на утекание, которое у него стоит. Коробок у него нет. Так. Блин, ну классно. Реально классно. Ну блин, это же 7 штучек всего собрали. Ой, я на кого-то. Не туда зашел. Исцеление. Просто, бля, ну это просто самая высшая награда для бездоната, а потому что с такой тыковкой можно будет теперь бегать везде. Так, что тут у него это? Ремка. У него тут вообще печально. Так, тут берс. ТУшка. Сотый просвет. Сотый просвет. Блин. Ну, я не знаю, качну здесь вместо вот этого. Поставлю сейчас водушку вторую тыковку. Пусть их будет две разных с разными этим. Так вот, сделаю ему вот так вот. Да, я знаю, я потратил таланты. И вы скажете, падла, что ты делаешь? Ну, у него кулаки есть, он себе может позволить теперь делать все, что хочешь. Самое главное. А у него еще хватает. Такая тыковка должна у него просто быть.
А, у него и подземки пройдены. Ну, все равно такая тыковка должна быть на архидемона, на другие локации. Без нее просто никак. Поэтому мы на нее слили. Ну что, поздравляю. Теперь у тебя есть недостающие нужные герои. Пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки. Вот такие роллинги мне нравятся. Всем удачи, всем пока.